Пробую машину завести. Никакого эффекта. Здравствуйте, друзья! Представляю вам прекрасное зарядное устройство. На цену не смотрите. 1150 рублей я его покупал. Это было реально давно. Я прям не помню, когда это было, поэтому про цену вообще забываем. Но оно очень клевое. Аккумулятор заряжает хорошо, оно полностью автоматизированное. Ток, в принципе, ставите на любой, я всегда на средний сразу ставлю, и оно постепенно, лампочки начинают гаснуть по мере заряда аккумулятора, и в конце концов он просто перестает заряжать аккумулятор. То есть вы его не перегреете, не перекипятите. Модель называется PW260 Orion. Вот так вот оно выглядит. Автоматическое зарядное устройство для 12-вольтовых аккумуляторов. То есть для обычных аккумуляторов в легковых автомобилях. Вот. Далее я вам покажу немножко, как оно работает. Итак, плюсовую клемму одеваем на плюс. Минусовую клемму на минус. Горелась лампочка, что аккумулятор подключен. И включаем вилку в розетку. Регулируется сила тока. Это средний ток. Зелененькая кнопочка «Сеть» показывает, что аккумулятор подключен. Клеммы красненькая «Плюс», черненькая «Минус». Аккумулятору этому уже 10 лет, он первый раз за всю свою жизнь разрядился. Долго прослужил, молодец. Вот зарядка автоматическая. По мере заряда гаснут лампочки. Сейчас вот две лампочки осталось. И даже если на полную мощность сделать, все равно больше лампочек уже не загорится. То есть, вот убавить можно. А так все. То есть, не перезарядит аккумулятор, вещь хорошая. Итак, осталась последняя лампочка на минимальном токе. Заряд пошел через 4 часа заряда аккумулятора. Но аккумулятор, я так понимаю, накрылся совсем. Хотя посмотрим, сколько будет еще минимальным током он заряжаться. На ощупь он абсолютно холодный. Нигде не нагрелся. Ну и посмотрим, как он зарядится с утра. Ну, в общем-то, друзья, аккумулятор уже 9 часов заряжается на слабом токе. Зарядка не отключается. Он стал чуть-чуть тепленький. Но так, вообще чуть-чуть. Чуть теплее комнатной температуры. Думаю, достаточно его заряжать. Машина уже заведется. Но я еще где-то полчаса подожду. Если отключится, значит отключится. Если нет, значит нет. Аккумулятору, напоминаю, 10 лет. Он не обслуживаемый. Но за счет этого, говорят, необслуживаемые аккумуляторы служат года на 2, на 3 дольше, чем обслуживаемые. Этот вот вполне доказывает данную истину. Эта машина завелась, мороз сейчас минус 20, я ее глушить не буду, я не снял, как я ее заводил, ну, потому что это не испытание гаджета, это необходимость была. Друзья, спасибо, что вы досмотрели данное видео до конца, всем до новых встреч, всем пока!